Пришло время второй игры. Первыми начинают команда Айгуль и Тимур со ставкой 5. А, самая маленькая ставка. Прошу. Айгуль ханам, встаем в круг. Правила помните? Помним. Так. Тимур Мурза? Да. Ничего не видно? Нет, ничего не видно. Проверю. Угу. Нормально. Нормально. Кручу, верчу, обмануть хочу. Еще пару раз делаем кругов. Оп, стоим. Айгуль вас будет направлять. Правила не буду объяснять, вы уже знаете. На счет три. Давай, бросай. Прямо. Ты мне говорил, а ты два мяча нельзя брать. Прямо, Тима. Пока. Прямо, нет, чуть-чуть, левее. Левее немножко. Левее. Теперь два. Давай, вот нет, левее. Во, давай. Не, левее. Во, давай, бросай. Давай, левее чуть. Все, бросай. Да, даже одну перевыполнили. Молодцы. Айгуль ханам, а почему так? Такую маленькую ставку. Ну, не знаю, что-то первую игру как-то проиграли, но думаю, немножко по своим возможностям, по своей силе. Понятно. Парни, продакшн, прошу принести мне сюда корзинку. Да, Айгуль ханам келіңіз, артыма қойыңыздар. Итак. Два штрафных. Убираем сразу, не считается. Потому что вы взяли в руки два мяча. Берем только один мяч, после кидаем. Итак, не знали. Один мяч. А, какой тяжелый. Не, я в рапиде такой. Мэйджик. Да. Без. Алта. Алта! Алта! Ой. Я же вам говорил, я всячески намекал вам. Не ругайте нас. Нужно делать ставку выше, а вы как не могли меня понять. Алт! Все равно молодцы! Спасибо. Тимур и Айгуль отправляются в кресло лидера!